Ой, если бы вы только знали, чем мы сейчас занимаемся. Эльмир, думал ли ты, что на закате своей карьеры менеджера топ-артиста ты будешь орбит выкладывать в парке, чтобы сделать классное видео? Зеркально. А помогает нам Егор Шипа, я не знаю. А вот мне просто интересно, мои подписчики знают этого малыша? Конечно. Да. Ты такой уверенный в себе. Это называется коронавирус. А в этот день ровно год назад я на верблюдах выходила на дорожку. А сейчас мы пытаемся снять крутой видос. Но говорят тут опытные, что должно быть 40 попыток, но мы решили, что если с первой попытки не получится, то мы перенесем это в долгий ящик. Ну не в долгий, но мы все-таки это сделаем. В общем, я жду 4 миллиона в ТикТок и к этому готовлюсь заранее. А чтобы вы мне помогли сделать то, что я задумала, подписывайтесь прямо сейчас на мой ТикТок. Вообще красивое сегодня. Да? Нет, девушка, ну за... Ну что вы думаете, я не сняла то, что я хотела? Вот просто даю свое женское слово. Я это сняла с первого дубля. Все, что было разложено, все убрано. Потому что чистота, давайте, чтобы нам было всем комфортно гулять, будем следить за чистотой и за собой все убирать. Это первое, это второе и третье. Для того, чтобы это выложить, мне нужно 4, всего лишь 4 миллиона в ТикТоке. Осталось чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть. Помогите, поддержите. Для вас же стараюсь.